Доброе-доброе утро! У нас уже началась горячая пора. Еще, конечно, не паханы огороды, еще не вскрыта земля, еще только-только солнышко пригревает хорошо, а ветерок холодный, но уже, как говорится, рука и душа воедино просят работы на земле. А мы спешим, уже спешим, каждое утро, как солнышко только всходит, уже глаза открываются, сердце стучит, бежишь, думаешь, что-то делать. И вот сейчас мы делаем, как бы возрождаем то, что у меня было вот здесь 20 лет тому назад, до 15-16 соток теплиц. И теперь я решил по чуть-чуть возобновлять теплицы, потому что продукция будет созревать, ну, где-то 2 недели раньше, чем обычно созреет на огороде, а огурец может быть и на 3 недели раньше. Во-вторых, здесь я буду демонстрировать коллекции уникальных новых томатов, это будет как и полигон, и вместе с тем урожайность на квадратном метре в теплице будет 4 раза больше, чем на открытом грунте, а то можно добиться и в 5 раз. Как это можно добиться, мы тоже будем с вами как учебные делать материал, вы будете это видеть воочию. Сегодня мы ознакомимся с базовой моделью теплиц ангарного типа. Каркас теплицы изготавливается из оцинкованной трубы. Теплица устанавливается на буры длиной от 0,5 до 1 метра в зависимости от типа грунта. В качестве покрытия используется полиэтиленовая пленка европейских производителей. Когда мы делаем такие теплички, важно то, что когда осадки, а осадки могут быть оттуда, из-за границы, с Атлантики, они проходят, несут с собой трубы многих заводов, как бы падают углеводородные отходы, свинец и многие другие отходы производства и выбросы, они все идут с водой и падают в грунт или на нашу продукцию, и потом, говорят, у людей ослабевает иммунная система, начинают какие-то неадекватные аллергии и все остальное. Есть желание для своей семьи, для своих друзей создать экологическую систему, там еще и удобрения будем мы с вами видеть новое, которое принципиально будем применять. Экологическую систему, что туда не будут попадать осадки, а мы будем ее снабжать специально чистой водой. Вот. Я думаю, понятно, я изъяснил идею и причины, по каким мы вот возрождаем свое, так сказать, небольшое фирменное домашнее хозяйство. Существует несколько основных правил, как определить месторасположение будущей теплицы. Первое основное правило, самое главное, размещение теплицы должно быть с севера на юг. Чтобы вот солнышко выходило оттуда на восток и освещало сбоку растения, там с 4 до 6. Потом оно поворачивалось туда на юг и западное, юго-западное солнце, чтобы ту сторону рядков тоже освещало. Получается равномерное это освещение. Но если бывает так, что невозможно все разместить, я решил вторую теплицу нарушить правило сделать не с севера на юг, а с востока на запад. То есть это нарушение технологии. Если вот она будет сейчас с востока на запад, то получится, что вот эта часть теплицы юго-восточная созреет на 2 недели раньше, а вот та юго-западная, ну или северо-западная, вот та часть вообще будет позже созревать, на 2 недели позже созреет. Какой же выход? В принципе, я рядки размещу вот так, все равно вот так, с севера на юг. 8-метровые рядки вполне достаточно. Второе правило. Поработаем немножко гербицидами, глифосатной группой, чтобы убрать траву, чтобы не было вот этих сорняков. Ну, как бы особой опасности для экологии не имеет соли глифосата. Это тот гербицид, что можно использовать, чтобы эту целину, так сказать, поджечь. Здесь земля отдыхала на протяжении 6 лет. Значит, мы сожжем гербицидами, чтобы не было сорняков. Минеральные удобрения, вот типа нитромофоски, все сюда вносить нежелательно. Потому что, чтобы создать биологическую активную среду,
чтобы продукция была вкусная, она должна быть насыщена микроорганизмами и бактериями. Для достижения этой цели мы будем носить специальное удобрение. Вот у нас, нам разработал специально институт Соколовского и биотехнологический центр Украины и компания «Биона» разработали комплексы бактерий, которые позволяют по особой технологии переработать навоз крупного рогатого скота, бактериальный биогумус. И вот сюда мы будем носить живое удобрение. Как бы оно будет и воскрешать землю, и будет превращать ее в удивительный плодородный слой. И вот на таком слое вкусовые качества будут очень хорошие. А теперь перейдем к саду. Как говорится, солнышко печет, а ветерок-то холодный, как говорится, душу прикрывай душегрейкой. А вот вредители, я смотрю, на деревьях зимующие уже попросыпались и ждут, когда же уже цветочки скушать наши, чтобы потом завязи не было, чтобы все пообсыпалось. И цветоеды, и короеды. Вот мы пойдем и дадим им прикурить. Так, сейчас я буду идти. Сейчас обработку сада, но пока ветреная погода, я буду заниматься луком. Уже тепло, морковку сеем обязательно и луки высаживаем, сеем. Так, вот сейчас у нас две темы. Как я говорил, тема сада, возбуждение вредителей и болезней. Но поскольку ветреная погода, я буду вечером обрабатывать более-менее, как-то успокоится ветер, от болезней и от вредителей. Об этом я кратко расскажу чем. А и сейчас вот хочу кратко коснуться лука. Вот, в частности, три вида лука голландской фирмы Breuer. Почему я беру ихний лук? Ну, во-первых, форма, обратите внимание, какая. И вкус. Это единственная фирма, которая Red Baron, производство у них запатентовано. И снежный шар, вот этот лук, Snowball. Они, даже вот при хранении, как мы видим, ни один лук не заражен, не гниет, потому что он проходит специальную обработку. А это значит, когда я его посажу на огород, то у него не будет разносчика заболевания. То есть перья моего лука будут чистые. Почему я не беру более дешевые луки? Потому что я занесу на огород заразу, переноспору, потому что эти луки, которые идут из Одесской области или с Молдавии, например, оттуда, ну, Приднестровского региона оттуда, ну, даже они длинного дня, а у нас короткий день, допустим, нам надо луки 92 дня до 100 дней. Тогда они крупные будут и естественные. А те луки, ну, другого, совершенно разная долгота дня. Поэтому вот для нашей широты и незараженной луки я вот использую Red Baron, как вы видите, форму, потом Центурион и снежный шар. Почему использую? Вот форма, он когда вот так вот этот лук удлиненный, когда ты его режешь, у тебя отходов нет. Хвостик ушел и это ушел. И тем более, если это такая машинка, то ты раз, вот такую форму лука, у тебя отходов нет, у тебя тут ушло и тут ушло, а круглый лук, у тебя больше отходов. Вот, поэтому будьте осторожны в выборе сейчас лука, тыквенки. Не смотрите на цену, а смотрите на качество. Это у меня любимая слива. Мне ее подарила одна лет, может, 20 уже назад, красивая такая бабушка была у меня, клиентка добрая, и говорит, на память о нас, дедушкой, там, приколируй вот эту сливу. И она говорит, будет потрясающая слива. И я эту сливу приколировал. Это вот такая вот огромная слива, по вкусу как нектарин, персик, что-то. Ну, это объяснять бесполезно. Вкус просто, ну, великолепный. И я, естественно, года два не обрабатывал. И видите, как полезли мхи, вот эти вот лишаи сюда. Как их убрать? Есть два способа, ну, для обработки. Первый способ для обработки – экологически чистый препарат В30. У него есть огромный плюс, которого нет у днока. Надо заметить, что вот он покрывает деревья такой жирной эмульсией, как кремом защитным. И деревья так не страдают от солнечных ожогов, защищает деревья. И все клещи вот задыхаются, клещи, которые, особенно на яблонях, там других, они полностью гибнут. Вот в чем его приоритеты.
Препарат 30В обладает высокой эффективностью в борьбе против вредителей. Экологически безопасен, нетоксичен, высокоэффективен. Предназначен для ранневесенней, летней и осенней обработок растений. И второй способ есть, более он токсичный, но это из старых запасов, которые еще у меня тут дома есть. Вы все знаете, кто садоводы, такие же как бы маститые. Я же не такой маститый. Старого времени еще советский препарат был нитрофен. Он, конечно, как обработал и великолепно держит несколько лет. И вот этот днок. Ну, к сожалению, днок трудно достать, но я им пользуюсь. Днок. Самый эффективный и распространенный фунгицид, обеспечивающий наиболее полную комплексную защиту плодово-ягодных культур от вредителей и болезней. Помните, что, будучи высокоэффективным, препарат достаточно токсичен, поэтому применяется только ранней весной до распускания почек и не чаще, чем раз в 3 года. И не забывайте о мерах безопасности при работе с любыми токсичными препаратами. Работая токсичными препаратами, нельзя работать в такую ветреную погоду, чтобы не попало на лицо и все остальное. После этого надо выпить молочка и лицо закрывать, все как положено. Рукавички и так далее и тому подобное. Ясно? Вот, пожалуй, коротко и все между делом я вам дал информацию краткую по обработке сада. И хочу напомнить, что самое время начинать белить вот эти стволы, потому что сейчас будет солнышко активное и начнутся солнечные ожоги, а солнечные ожоги приводят к растрескиванию коры. Побелку надо выбирать тоже очень аккуратно, чтобы там был настоящий купорос в определенной пропорции, с определенного качества известью. К сожалению, у нас это в большом количестве очень некачественной побелки. Поэтому присматривайтесь к ее качеству. Потому что некачественная побелка может нанести вред коре, и наоборот, лучше бы не белили, пользы может не быть. Вот, пожалуй, и все, что я хотел вам быстро вот как бы по этой теме доложить. Так, сейчас у нас идет, несмотря на эту ветреную погоду, монтаж вот этих всех конструкций заканчиваем. Это у нас торцовые конструкции, которые будут по торцам смонтированы. Там будут монтироваться двери, ветровики и так далее и тому подобное. Всегда монтировать теплицы лучше при отсутствии ветра. Ну, что ты сделаешь? Вот здесь выводятся, вот там видно сзади, устанавливаются арки. А потом эти арки скрепляться будут поперечниками, распорами. Вот. Я думаю, вы потом это все увидите. Чтобы время не терять, пока одно дело делается, бежишь, делаешь другое. Начинается весна, не знаешь, за что хвататься. Нет, надо знать, за что хвататься, и надо постепенно все сделать. Пройдет красивый дождичек, и все будет радовать глаз. А в маю, как говорят, будем как в раю. Многие спрашивают, а что делать с тюльпанами, которые остались после выгонки? Ну, мы что делаем? Мы оставляем луковицы на воскрешение, то есть на доращивание, чтобы потом они размножились, мы их выкопали, поделили детки и продолжали расти они. Чтобы луковица не перепылялась, один сорт с другим, цветочки выламываем и ставим в вазы. Букеты стоят, а вот эти луковицы дорастают, потому что цветок истощает и так луковицу. Вот вы видите, мы из горшочка вынимаем тюльпанчик, так, здесь мощная корневая система, мы этот тюльпанчик садим в луночку, засыпаем, и он продолжает себе спокойно в этой земле расти. Ну, осенью мы их выкопаем, разделим и по новой рассадим, и на следующий год это опять луковица будет крупная, и через год ее можно опять на выгонку. Ну что, ребята, не получается у нас показать как бы конечную работу, потому что, вы видите, осложняется обстановка.
ветер поднимается все больше и больше. Нам придется ждать вечера, чтобы натянуть пленку. Поэтому этот момент мы не сможем вам показать. Но, надеюсь, в следующий раз мы приедем и увидим, как здесь все преобразится. Несмотря на эти сложные условия, несмотря ни на что, земледельцы всегда идут вперед. Только терпение и только труд. Я всегда, как мои предки говорили, как моя бабушка, терпение и труд – все перетрут. Поэтому желаю вам во ваших делах, на ваших огородах терпения и побольше труда. Это нас оздоравливает, это нас лечит и дает радость от нашего труда. До свидания, до новых встреч!